Tere! Здравствуй! Tere! Hello! It's an open day today. And I have Vitaly here presenting in Russian about open data in Russia and Petersburg, and he has experience about it. And I cannot speak much Russian meaningfully, so I won't try. But I will understand most of the things you talk about, probably, so you don't have to mind about me. And if I have any questions, I will ask in Estonian or in English or in Russian. So, yeah, let's start. Yeah, let's do it. Всем привет. Но на самом деле здесь всегда и не просто так появились, потому что, как мне кажется, люди, которые занимаются на стыке открытых данных и активизма, это вот некие такие современные джедаи, которые, очевидно, должны спасать цивилизацию от империи зла, так сказать, и всего плохого, что в ней есть. Марк просил, чтобы я сделал презентацию на английском, но, к сожалению, успел привести только первый слайд, поэтому дальше будет по-русски. В России... Сегодня я буду рассказывать про открытые данные, про опыт по большей части в России, другие страны только упомяну. И да, будет, как дальше показано, в России было сформировано законодательство, связанное с открытыми данными, и появилось официальное определение, что такое открытые данные, и оно мне на самом деле очень нравится. Проблема в России и вообще во многих государствах, особенно постсоветских, как мне кажется, это то, что чиновники, да, то есть когда мы говорим про открытые данные, мы в первую очередь говорим про открытые государственные данные, да? То есть данные, которые предоставляют органы власти. И, например, в российском законодательстве была проблема понимания чиновниками, что такое открытые данные, потому что существовал общий термин как открытая информация. То есть все, что опубликовано в газете или в интернете, считалось, что закон исполняется, информация опубликована открыто, чиновники выполнили свой долг. Но проблема открытой информации заключалась в том, что ее невозможно было обработать машиночитаемым образом. И лучшим примером этого является бюджет. В начале 90-х годов бюджеты публиковались как сканы информации. И до сих пор, например, очень многие органы власти продолжают публиковать документы в виде сканов, которые не машиночитаемые. Очень часто качество этих сканов, оно как бы оставляет желать лучшего. Отличным примером являются, например, сканы деклараций чиновников, информации об их там, доходах, допустим, о расходах на избирательную кампанию. Это до сих пор публикуется в виде сканов. И вот когда назрело... собственно говоря, необходимость переходить от открытой информации к открытым данным, вот это все было у нас инициировано. То есть открытые данные – это не просто открытая информация, которая опубликована в интернете, а это информация, которая размещается в специальном машиночитаемом формате и которая доступна для автоматической, последующей, неоднократного использования и обработки, соответственно, без человеческого дополнительных усилий. И очень важный момент, что это, конечно, бесплатно, потому что в России, например, была и до сих пор существует практика, когда органы власти берут деньги за предоставление той или иной информации, бесплатного, свободного использования, без ограничений, в том числе для коммерческого использования. Да? Собственно говоря, открытыми данными не являются такие форматы, как документ Word, Word-овские документы, PDF, HTML. Это не открытые данные. Да? Открытые данные – это что-то, это структурирование как минимум в формате Excel, но лучше, если это будет хотя бы CSV или XML. Также есть такое понятие, как программный интерфейс, когда можно получать данные в автоматическом режиме. Ну, собственно говоря, просто упомяну, все знают, кто занимается открытыми данными. Существует рейтинг 5 звезд, который был придуман Тимом Бернерсом-Ли, создателем World Wide Web. Очень простой рейтинг. На самом деле, мне он очень помогал в общении с чиновниками. Потому что чиновникам объяснить, зачем нужны открытые данные, очень сложно. А вот эта вот очень простая система, она им нравится, и потом они даже начинают использовать.
То есть одна звезда, это если вы просто публиковали данные, хоть PDF, да, хотя бы есть данные опубликованные. Две звезды, это когда вы публикуете данные в формате Excel, это закрытый формат, он неудобный для обработки, но хотя бы уже что-то. CSV, да, как бы средние, три звездочки, когда в открытом, как бы непроприетарном формате публикуются данные, очень удобный для обработки. 4-5 звезд это относится к более структурированным, связанным данным, которые, например, достаточно редко где распространены. И вот когда, на самом деле, чиновникам объясняешь это, они такие говорят, а как нам перейти от второй к третьей звезде? Мы хотим 3 звездочки. И на самом деле, вот это вот как бы очень простая система. А потом они начинают спрашивать, а как получить 4 звездочки? И, то есть у нас, например, есть некоторые регионы, которые публикуют данные в формате RDF. То есть, как бы, качество этих данных оставляет желать лучшего, но они уже, как бы, об этом задумываются. И, например, в национальный стандарт публикации открытых данных было включено тоже обязательная публикация RDF данных. Как бы, ну, 5 звезд – это открытые данные Великобритании, которые уже более такие развитые, так сказать, не связанные между собой. Да, вот Россия есть linked data, но не для органов власти, а для, как бы, других организаций. Например, национальная библиотека, вот она использует linked data для того, чтобы для публикации информации о статье, там, книг и прочее. Еще второе, как бы, очень часто, поскольку я достаточно много, как бы, общаюсь и с активистами, и с чиновниками, понимание вообще вот роли открытых данных, оно на самом деле нет ни у тех, ни у других. И очень часто приходится приводить какие-то конкретные примеры, действительно, зачем это надо. У нас в России даже был прецедент, когда на Санкт-Петербургскую избирательную комиссию подали в суд за то, что она не публикует данные в формате открытых данных. Хотя законодательство этого требует. И судья не могла понять, что это такое. Да, она как бы, как вот опубликовано, почему это не открытые данные. То есть, как бы, и потом их заставили по судебному решению опубликовать открытые данные. И вот, как бы, понимание значимости, оно на самом деле отсутствует до сих пор, потому что, как бы, техническое образование есть не у всех, но даже у кого есть техническое образование, люди не понимают, зачем это реально надо. И вот на этом слайде я специально всем привожу исследование McKinsey, есть такое крупное агентство международное, и оно провело оценку, экономический эффект от внедрения открытых данных. Соответственно, вот они оценили, что если бы открытые данные были внедрены повсеместно, то это дало бы экономический эффект от 3 до 5 триллионов долларов. Соответственно, они посчитали по разным областям, там, в образовании, да, почти там, 1-2 триллиона долларов был бы экономический эффект от внедрения открытых данных. То есть вообще, когда вот мы говорим про открытые данные, почему это же очень важно, допустим, город. Город существует на деньги налогоплательщиков. Город создает информационные системы, наполняет эти информационные системы данными, которые собирает там, о жизни города, начиная от транспорта, там, налоги и все остальное. То есть все вот это создано на наши деньги. Почему мы не имеем к этому доступ? Это нелогично. Соответственно, как бы, город, государство, у них очень большое количество данных, которые они есть. Эти данные на самом деле очень важны для развития города, для развития общества, и о них обязаны публиковать. Поэтому, как бы, мы об этом говорим. И, собственно говоря, у нас есть конкретные доказательства, расчет того, что действительно важно. А Высшая школа экономики в России посчитала, что если бы вот открытые транспортные данные были опубликованы, это дало бы ежегодный экономический эффект около 50 миллиардов долларов. Соответственно, они там посчитали, что ну, если очень много было вещей, ну, в общем, такое исследование было. И такими вот именно, когда общаешься с чиновниками, оперировать конкретными цифрами исследований очень удобно. Собственно говоря, это карта открытых данных прошлого года. То есть вообще день открытых данных, который мы сегодня отмечаем, это некое такое международное событие, которое последние 3 или 4 года отмечается по всему миру. Вдобавок к этому в Соединенных Штатах есть Civic Hacking Day, это празднуется в сентябре. И, например, в США очень вообще распространено вот это вот движение в области открытости данных и активизма городского, гражданского. То есть, в принципе, в один день по всему миру проходит очень много мероприятий, хакатонов. Вот в прошлом году в России проходило одновременно 5 хакатонов, в
том числе в Санкт-Петербурге был хакатон, он был посвящен темам устойчивого развития ООН. И, ну, еще в Москве тоже, вот в этом году в Москве большой хакатон проходит. Собственно говоря, в России это несколько, да, стоит галочек, так сказать. Существует партнерство Open Government Partnership. Это партнерство объединяет страны, которые развивают тематику открытого правительства и в том числе открытых данных. К сожалению, Россия вышла из этого партнерства пару лет назад, поэтому мы в этом никак не участвуем. Тем не менее, когда Россия вышла из этого партнерства, она все равно не перестала развивать тему открытых данных, а в принципе был какое-то время определенный скачок в развитии, но потом, как я все покажу, немножко все прекратилось. Существуют различные индексы, барометры по измерению того, как государства открытые данные публикуют. Вот есть Open Data Barometer. И здесь на примере России показано, какие виды данных, допустим, публикуются, и какая, так сказать, оценка по 100-бальной шкале. То есть здесь можно посмотреть, что в России все достаточно грустно с картографическими данными, всего лишь 30, но зато очень хорошо с данными финансовыми, с финансовыми данными и с данными государственных контрактов. То есть 100 поставлено. Да? И на этом же сайте можно сравнить открытые данные разных стран. И вот в примере вместе с Великобританией, да, то есть у нас публикация финансовой информации лучше, чем Великобритания. То есть в Великобритании 90, у нас 100. И государственные контракты лучше публикуются, чем Великобритания. На самом деле, я думаю, что здесь оценка Великобритании завышенная. Потому что вот у меня коллега, она ездила на стажировку в Великобританию, и она вот, когда британцы увидели, как у нас публикуются открытые данные, они немножко офигели, потому что такой подробной информации нету даже у них, и настолько как бы хорошо структурированы. Но, к сожалению, зато по всем другим показателям мы, в общем-то, проседаем. А то есть вот транспорт, например, да, идеально публикуется, можно сказать, в Великобритании. У нас с транспортными данными все достаточно печально. А можно вопрос, а да, у нас-то что? В этом барометре Эстонии нету. Карты у меня тоже нет. Но на самом деле Open Data Barometer – это международная инициатива. И проблема того, что там нет Эстонии, потому что никто ее как бы не представляет. То есть вам нужно связаться, кто захочет, кому это будет интересно. То есть вот эта международная организация, она опрашивает местных экспертов, которые помогают сформировать вот этот вот индекс. Соответственно, как бы, кому будет интересно, я потом могу связать с теми ребятами, которые этим занимаются. И было бы, конечно, хорошо, чтобы Эстония тоже там появилась, потому что ее здесь нету. Просто недавно как раз мы председательствовали в ЕС, и здесь были руководители всех стран ЕС, да, и как раз вот глава Великобритании неоднократно подчеркивала, что много нужно учиться в Эстонии. Поэтому без всяких там регистраций очевидно, что сравнивать с Великобританией тут нечего. Да? Просто это не лидер, да, в этой области. Вот Эстония один из лидеров, это все знают. Эстония лидер в области электронных государственных сервисов, и это не то же самое. Так я понимаю, но вы просто не знаете. Вот, к сожалению, информации нету, да, я не знаю. Если бы вы просто, как обычный предприниматель, хотя бы вели тут какой-то бизнес, вы бы уже все поняли сразу. Вот и все. И не надо просто, слов много не надо. Это очевидно. Я с вами согласен. И то есть то, что Эстония электронное государство, да, это безусловно, и в этом она лидер. Но, как я понимаю, что именно вот публикация данных в том формате, как это делают многие, тут еще не все так хорошо. Нет, например, понятно, например, то есть, допустим, те же, я к сожалению, не знаю, тут надо спросить Марта. Да, вот публикация бюджетов, публикация транспортных данных, да, делается ли это в том виде, как это делается в других странах? Потому что, например, существуют специализированные форматы, да, которые, ну, давайте дальше пойдем, и, к сожалению, я не могу никак оценивать Эстонию. Нет, да. Просто вы приехали в Эстонию, поэтому... Да, я не очень хорошо знаю, что и какая здесь ситуация с открытыми данными, но, собственно говоря, я знаю тоже, что проходили хакатоны, были инициативы, я не знаю, есть у вас законодательство.
связанные именно с вашей публикацией открытых машиночитаемых данных. Я этого не знаю, к сожалению. Будет интересно узнать, да. Да, поэтому... Более того, оно в интернете выложено на русском языке, поэтому просто было бы желание. Нет, это же вопрос не языка. Нет, это вопрос не публикации, это вопрос того, с чего я начал. Это я просто отличие от Великобритании вам говорю, для вас удобное, потому что вы можете просто читать на разных языках. Окей. Если захотите. Просто как я вначале сказал, что проблема открытых данных – это не проблема представления информации в интернете. Нет, вы сейчас сказали про законы. Законы, то есть они... Хорошо. Ну, мы сейчас не знаем, на самом деле, да? То есть, если вы законы... Законы опубликованы и в России тоже все. Нет. Они все есть в интернете. Если вы по-эстонски сможете, то они тогда в виде бесплатной базы данных будут. Ну, они если по-русски вы... есть законы. По-русски, вот там, к сожалению, по-русски нету такой базы, чтобы это работало как электронный документ. Но, тем не менее, это открыто. Ну, будет хорошо, если бы в Эстонии был представитель, и тогда бы... С этим, да, я... Это не оценивает открытость... Ну, или просто зайти в интернет и посмотреть. Как вас зовут? Сергей. Сергей. Сергей, а вот это все не оценка открытости информации в интернете. Понятно, вы сейчас сказали про закон. Ну, я сказал про закон об открытых данных. Вот именно конкретно... Они есть специально приняты Ридику. Вот. Нет, в общем, мы сейчас не оцениваем Эстонию, потому что мы не знаем. Да? То есть... Собственно говоря, в движении, вот, например, в России, связанное с открытыми данными, оно, как и во многих странах, началось не сверху, а снизу. То есть это инициировалось скорее неким запросом общества. И также было, например, то у нас. И я в том числе, я не буду хвастаться, но одним из первых, то есть мы провели первый хакатон, посвященный открытым данным в Санкт-Петербурге. И вот с тех пор, так или иначе, пытаемся драйвить этот процесс и развивать эту тематику. В 2012 году появился министр по вопросам открытого правительства. То есть в правительстве появился отдельный человек, который отвечал за вопросы развития открытого правительства, открытых данных. Собственно говоря, сразу вопрос. Если в Эстонии на уровне министерства федеральной власти ответственный за этот человек? Вот это очень важный момент, потому что, например, когда мы работали в Кыргызстане, я еще являюсь консультантом Всемирного банка, и там была проблема, что, например, в Кыргызстане очень плохо развивались тематика открытых данных, потому что не было единого ответственного человека. Он там менялся каждые 3 месяца. Соответственно, на данный момент вот примерно параллельно запустились как бы открытые данные у нас и открытые данные в Кыргызстане, и в Кыргызстане продолжается кавардак, к сожалению. Соответственно, вот такой ответственный человек на уровне министра, он для нашей страны оказался очень важным. Опять же, поскольку у нас такое очень централизованное управление, на мой взгляд, открытые данные достаточно успешно у нас развивались, но только потому, что вот, как бы это специфика нашей страны. Да? Вот централизация, она все завязана на Москве. Mm-hmm. Вот если Москва захотела, и она в 2012 году захотела развивать открытые данные, mm-hmm. потому что тогда президент подписал, вот, когда еще были в восьмерке, президент подписал хартию открытых данных, вместе тогда еще с президентом Обамой и другими, и сказали, что мы будем эту тему развивать. И вот в восьмерке стран она находилась в самом низу, по сравнению с другими странами, и был запрос в правительстве поднять позиции страны выше. То есть, поскольку Москва захотела, у нас как бы вертикаль власти, она начала всем раздавать поручения, делайте. И вот, соответственно, стала спускаться постепенно на самый низ, и как бы другие города, регионы, как бы, требуют из центра, надо делать. Большинство, конечно, делали, потому что им сказали, но некоторые делали хорошо. Соответственно, благодаря тем, кто делал хорошо, относился к этому, ну, как бы более с таким пиететом, то все более-менее стало получаться. Потом у нас в Думе, в парламенте Российской Федерации были внесены изменения в законы и введено понятие машиночитаемых данных, которых раньше не было. И теперь, благодаря этому, стало возможным говорить с чиновниками на более-менее одном языке, потому что до этого, когда приходили, делали запрос, мы хотим получить бюджет в формате Excel. Мы вам не дадим, потому что закон это нас не обязывает. Мы публикуем, мы все исполняем. До свидания. Поэтому Министерство экономического развития оно разработало рекомендации,
для всех органов власти по публикации открытых данных. Появился федеральный портал открытых данных. Кстати, есть федеральный портал открытых данных или национальный портал открытых данных Эстонии? Ну, да. Название, тут вопрос названия. У нас есть портал электронных услуг. Это другое. Я знаю, что у вас понимаю, есть. Там есть, как бы, вы когда получаете там информацию, вы там ее и получаете в открытом виде, машинно читаем. Да? То есть вы можете создать. Но... Maybe I can comment in English, because in Russian I would be kind of messing it up, but Estonia has been in this. Estonia has been in open data barometer. It was there until 2016, and it was Estonia was on the 24th position and had. You know. Yeah, compared to Russia, Russia had 33 points. Estonia had Russia had 43 points. Estonia had 34 points. So 10 points less than Russia, and in Europe, Estonia is in the second 10th. So after 10th place. And open data portal is opendata.riik.ee, and it is growing, and there are different open data indexes, and Estonia is not really high in any of them. Mm-hmm. And yeah, we, with this NGO Open Knowledge Estonia, we want to insert Estonia into a community organized open data index, which is another one, which is even more specific than this one, and yeah, mm-hmm. So. Okay, not ideal. Not ideal, but there is a portal. It has some open data, but yeah, open data has been sort of neglected because Estonia has putting so many resources on this open government with, or like government services, which is different things, which is not getting data directly from government. Вот, собственно говоря. В 2015 году правительство решило провести как бы официальный первый хакатон, то есть на уровне всей страны. Тоже такой немаловажный момент, потому что когда правительство организует мероприятие, это значит, что там гарантированно присутствуют органы власти, начиная там от министров, их замов и прочее, и, соответственно, гражданские активисты, и общество, и бизнес, и они могут напрямую как-то взаимодействовать, и... Вот первый такой хакатон официальный, так сказать, да, прошел. И вот с тех пор, например, очень многие города в России, они проводят свои хакатоны. То есть это хакатоны, мероприятия, которые организуют сами органы власти. То есть есть хакатоны, которые организуют активисты, как мы, например, а есть, которые организуют официально. К сожалению, в 2018 году позиция министра по вопросам открытого правительства была закрыта. И, собственно говоря, с тех пор в России... работа как бы на национальном уровне, она была немножко приторможена, но при этом многие ведомства и министерства, они получили некий импульс для того, чтобы развивать эту тематику, и они продолжили это развивать. Ну, вот существует такое понятие, как портал открытых данных, да, всем известен портал открытых данных США, где около 250 тысяч датасетов опубликовано. Европейский Союз имеет свой собственный национальный портал, как бы, в общем, портал открытых данных, где, разумеется, Эстония тоже предоставляет свои данные, и они там представлены. В России есть отдельный портал открытых данных, где вот 22 тысячи датасетов опубликовано. Так или иначе, различные регионы имеют порталы, да, там портал Санкт-Петербурга имеет свой отдельный, где около 200 датасетов опубликовано. А есть много интересных, например, полная перечень всех домов с количеством жильцов, там, годом постройки, со всеми подробными данными по каждому дому, опубликованы в виде вот такого одного датасета. Ну и различные приложения, соответственно, которые разрабатываются бизнесом или активистами на основе этих данных. У каждого министерства появился отдельно на сайте министерства есть раздел «Открытые данные». И там, соответственно, публикуются не только сами данные, но и так называемые паспорта открытых данных. Да, в этом паспорте это было введено, по законодательству обязаны все единообразно делать. Паспорт открытых данных включает в себя описание этого полностью датасета, последние изменения, то есть там видна история изменений датасетов, да, то есть, так сказать, привет к GitHub и прочим подобным системам, а также контактные лица, кто за это отвечает, тоже можно посмотреть. То есть вот министерство продолжает это публиковать, хотя вот министр уже все, нету его, тем не менее очень многие продолжают развивать. И одним из таких драйверов сегодня в России является налоговая служба. Вот она и тематика открытых данных очень понравилась,
и они продолжают активно развивать вот эту тему, они проводят свои мероприятия, они публикуют сейчас очень много данных, и, соответственно, можно строить аналитику на основе данных вот, по налогоплательщикам. Но здесь, естественно, они не публикуют персональные данные, да, они публикуют агрегированную информацию, но сама по себе даже вот возможность получить доступ к, к анализу налогов, она достаточно интересна. Ну вот, собственно говоря, там, мы уже последние 5 лет проводим хакатоны, у нас приходят проекты, делают, там, побеждают на международных конкурсах. Вот это наш министр по вопросам открытого правительства, а это вот ребята, которые у нас победили, да, тоже поехали на международный, ну как бы на наш хакатон, и там тоже победили. Ну, на этом слайде я обычно рассказываю про то, что есть хорошие и плохие данные. Собственно говоря, плохие данные, то, что любят органы власти, и как они публикуют это сейчас, например, в России. Плохими данными мы считаем то, что опубликовано на сайтах, это не является открытыми данными. Данные, опубликованные в формате PDF и Word, это то, что чаще всего органы власти предоставляют как результат. Очень много, большое количество государственных данных публикуется вот таким образом. К сожалению, некоммерческие организации не умеют работать с данными, ну, например, в России, и поэтому они тоже все свои данные публикуют плохо. Что такое грязные данные? Это когда не просто данные опубликованы, то есть они опубликованы, но они опубликованы с ошибками. Например, адрес можно публиковать по-разному. Да? Есть единый стандарт публикации адресов, например, там в России, в любой стране он есть. Тем не менее, написать адрес можно по-разному. Вот органы власти здесь преуспели лучше всех, ну, в кавычках, да. То есть, когда, допустим, в колонке адрес они записывают не один адрес, а много адресов, причем они могут записать, допустим, название улицы, потом несколько домов, они могут записывать это в совершенно разных форматах, и проблема в том, что программа автоматически не может это обработать. Соответственно, я очень говорю про большое количество ошибок в данных, которые публикуются, я про это еще коротко скажу. И в отличие от вот этих плохих данных, Excel это тоже на самом деле не очень хороший формат. Я дальше буду еще рассказывать про бюджеты, очень коротко, и там я покажу, что Excel это очень большие проблемы. Соответственно, хорошие данные публикуются CSV, это в первую очередь. Сегодня у нас уже там очень многие органы власти начали, слава богу, переходить на CSV, потому что это хотя бы первый шаг, так сказать. Ну и дальше уже там данные в формате XML, данные в формате LinkedData. Например, если у вас есть бюджетные данные, вы можете воспользоваться порталом Open Spending, туда их загрузить и очень легко визуализировать данные.